Ребята, всем привет! С вами Ночная Пума. И сегодня я куплю сарказуха. Вот, у меня уже хватает на него. А почему, собственно, я хочу купить сарказуха? Не Алика, а сарку. В принципе, у меня пока что есть выбор, потому что пока что я деньги не потратила еще свои. Я могу купить Алика. Но Алика я не буду покупать. Так, как? Я узнала, что следующий динозавр будет, оказывается, не скоро, а только через 4 месяца. То есть не будет никаких динозавров в следующей обнове. Она будет, наверное, только через месяц. Поэтому я решаюсь купить сегодня сарку. Вот такой он хорошенький, смотрите. Поэтому раз, два, три. Все, ребята, я купила его. Ну, давайте теперь пойдем и поиграем. Так. Смотрите, какой он маленький. Ля-ля-ля-ля-ля. Блин, милашка. Выглядит очень мило. Вау. Классно. Блин, я очень долго хотела сарказуха. Вообще. Так. Смотрите, на нем 31%. Что? Смотрите. А, стоп, 30-30. Так. Меня видно. Смотрите, слушайте, он как черепашка. Вот он реально похож на черепаху. Почему? А потому что у меня была красноухая черепашка, и она, вот когда ты смотришь на нее сверху, она такая, ее панцирь выглядывает так из водички, она еще лапками вот так теребунькает, и это очень мило, прям вот, ребят, это так мило, вы не представляете, блин, капец, классно. Блин, куда мне идти? Люди, ну, пешком я 100% не пойду. Так, давайте я доплыву куда-нибудь и продолжу. Смотрите. Он ходит быстрее, чем я бегу. Блин, капец. Если слышите посторонние звуки, то извините. А то у меня тут гости, в общем, пришли к нам, но я видео снимаю. Поэтому извините. Расскажите, сколько, как мне... Понять, сколько у меня процентов? Минус 21, там, типа, минус 21. То есть мне нужно ждать, пока у меня минус 21% снимется, и потом я буду расти. Что? Серьезно? Вы что, серьезно сейчас? Быстро, да? Ладно, нет.
так быстро мясо беру. Хочу сказать разработчикам, чтобы сделали дно глубже для сыр-козухов. И чтобы их сделали больше похожими на нормальных аллигаторов, ну вот этих, а не крокодильчиков. Потому что реально на крокодильчиков похожи. Кстати, когда немножко подрастем, попробуем забраться на гору. За сарку, да. Я сумасшедшая. Сейчас мне предстоит пройти вот этот вот, так скажем, пляж. Фух, ребят, мы это сделали. Вообще класс. А там парик стоит. А я тут сижу. Меня видно. Маленькие детальки, которые я хочу сказать о сыр-козухе. Это то, что он, когда вот дно большое, он погружается сам. То есть он сам собой погружается. Вы не можете всплыть наверх, когда он погрузился. Все, наконец-то вода. Все. Опустились. Давай ниже. О, глубоко так нормал. Кстати, вопросики. Помните видео про вопросики? Вопросик первый от моего подписчика ААААА. Это можно ли за птеру убить большого динозавра, хищника? Да, можно. Причем, если у вас будет несколько, то достаточно можно. Ну, даже если такой птер, обычно один птер, то вы сможете убить маленького. Вот. Только появился динозаврик, там кто-нибудь спиноч или карну, вы его сможете убить. Поэтому да, можно. Особенно бариков просто убивать. О, да, вот. Вот такой вот. У меня, кстати, нет алика, потому что мне писали снять про алика. Я, в принципе, могу описать, как он что может делать. Но... про него, его покупать я не собираюсь.
это стоит. Туда добраться. Там спиноч. А я притаилась тут. Мясом спалить прям очень легко. Смотрите, я такая на дне. И мясо такое. Опа, привет. Так, прям. Где мое мясо? Не понял. Где? Смотрите, я немножко подросла. Ну, вот мое мясо. Вон он где. Минипон. Ищем мясо мое. А, вот он. Вот я не понимаю, этот раптор меня специально типа там бьет или что? Или как? Блин! Блин, капец. Было. Чё, давайте куда-нибудь на пляжик сядем. Вот так. Так вроде бы не видно, а так, если смотреть, то очень даже видно. Ты думаешь, что ты такой скрытный, а ты вон.
смотрите, Алика, Алика, приветик, приветик, дорогой, дорогой, привет. Можете сказать, что я агар, потому что я агар. Оно бесконечное. Блин, я хочу утро, я хочу утро. Двадцать человек всего лишь. Ладно, ребят, я, наверное, выйду. Он ходит, кстати, стоя. Он же не умеет спать. Ладно, давайте тогда пусть так. Пусть так. Девять кристаллов. Как смотреть грустно. Ну, зато теперь я как все, типа, да. Типа, да. Маленький серверочек. Ну, ладно, ребят, на этом мы будем заканчивать. На этом все. Всем пока и всем удачи!